единственный способ узнать, крутое это место или нет, отжечь на нем. Много всего предстоит. Будем сидеть сложа руки, и шумиха кончится. Так что давай в том же духе, сынок. Thank you.
Хорош, дружище, не сбавляй скорость, держи угол и смотри, не потеряйся. Погнали! Эти заезды один за другим. В целом все в норме, не считая пары заварух с копами. В общем, продолжай в том же духе, парень. Потом обсудим. Счастливо.
иди вперед, думай о цели и достигнешь ее. Давай. Thank you.
то слово. Такое надо срочно всем показать. Нечего время терять. В бункере словимся. Вот бы лицо Спайка увидеть. Привет. Вот, знакомься. Привет. Привет, я Вон. Здорово, я Кен. Молоток. Ну что, ребятки впечатлили, да? Ага. Блин, как же круто, что вы тут. Благодарю, но куда теперь? Есть тут фургончик на 6-й. Там такие креветки. Место шикарное. Сомневаюсь, что Кена интересуют креветки. Креветки — это круто, но тут и команда моя, и тачки. Может, оторвемся, а креветки потом. Точно, точно, точно. Ты за? Эй, ты так не шути. Я же такой впечатлительный. Не-не-не, я серьезно. Ты ведь за? Блин, да конечно за. Тогда план такой. Ищем место, упражняемся, гоняем. Потом креветки. Да. Да, черт возьми. Да! Погнали. Зажжем вперед. Да. Один на один с ребятами из Хунигана.